В Усть-Майском Улусе прошел семинар-практикум «Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры». Подробнее о мероприятии в нашем следующем сюжете. В семинаре работники культуры Усть-Майского Улуса района выслушали лекцию про эффективную деятельность учреждений культуры, нормативы и показатели целевых индикаторов программного обеспечения бюджета, профстандарты и эффективные контракты. Основной цель дорожной карты – это повышение заработной платы. Мы должны достичь в 2018 году средней заработной платы по регионе, по республике Саха-Якутия. Если так посмотреть картину, в вашем Улусе это не достичь, потому что образовательная часть у вас очень слабые, да? Скажем, 46% людей это без образования или иным образованием. Побывали на защите звания народный творческий коллектив на Слепов, Кюбцы и Ежанцы. Итоги защиты огласили на собрании вместе с управлением культуры и духовного развития поселка Усть-Майя. Мы должны беречь и сохранить и развивать народные коллективы звания народным, со званием народный, да? Вот поэтому со временем, вот где-то с 18-19 года, культурно-досуговых учреждений так таковых не будет. Все будет как бы коммерческое. Поэтому вот народные коллективы должны работать, добиваться и сохранить и развивать таланты. А также обсудили анализ деятельности, пути развития и провели работу с руководителями этнокультурных центров в виде методической помощи. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.